День добрый, на связи МК Баский. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру давным-давно успевшую стать культовой под названием Grand Theft Auto San Andreas. И это, мои дорогие друзья, у нас уже с вами 71-я постюбилейная часть. Ну что, мои дорогие друзья, вы готовы? И я готов, погнали! Да, эта музыка просто самый настоящий кайф для ушей. Ну что, сегодня займемся тем, что мы хотели и должны были заняться еще вчера, это пожарными заданиями. Мы, как вы помните, взяли аж пожарку, сохранили к нам в гараж. Самый большой гараж, кстати, вот этот вот, который мы получили. Нажмите 2, чтобы включить или выключить миссии пожарную. Только давайте убедимся, что там не стоит пожарка правильная. Да, стоит неправильно, так что, ну что, давайте перепаркуемся, типа мы выезжаем отсюда, сейчас, разворот, чему нас учили там. На такой машине, конечно, не развернешься, но все же, будем разворачиваться по такому стандартному пути. Такс, на машине раздолбать. Такс, ну что, погнали, да? Пожарный. Поступило сообщение о горящем транспортном средстве в районе Дуэрти. Пролезьте туда и потушите пожар. Для стрельбы из ледяной пушки используйте левый контрол. Для нацеливания пушки используйте клавишу управления движением. Награда $200. Пожар потушен. Поступил сообщение, конечно, да, тоже Дуэрти, ладно, не буду рассчитывать. Для включения сирены автомобиля несколько раз быстро нажми капсулу. Потому что один раз нажать вот так вот. Осталось времени, уровень пожара. Видите, написано, да? Человек потушить, да? Награда 450. Поступило сообщение о горящем транспортном средстве в районе Кингс. Но я не буду полностью защитить. Сообщение просто будет в районе. Каждый раз, вот так замахаешься. Уже 650 баксов мы заработали. Так, еще один пешеход. Куда ты убежал? Вообще дождь идет на улице. Ничего. 800. Еще. Здорово. Тоже в Кингсе. 650, 1450 будем считать, стараться. Возможности. Машина юзом идет. Блин, идет дождь, ему вполне миссия пожарника. Нет ли здесь ничего карамольного? Не, ну серьезно. Причем дождь такой довольно мощный. Машина, вставай, времени нет. Давай, давай, переворачивайся. Блин, 30 секунд. Ты, давай, давай, давай. То есть не успею. А, был зато дальше. Копейщик. Еще один пешеход. Залупалы. Потушим. 1250 дали. Ну, за это я не буду каждый раз говорить. Не видите, сколько ты замахаешься, считать еще. Так, какая именно вот эта, да? Все больше цели, как видите, на одного пешехода добавляется каждый раз больше. Так, это всех. Там еще одна. Не, вы помните, эту миссию под дождем, это весело. Так, тут просто машина. 1800. Сантфора. Окей, погнали. Да, блин. Дождь, машина юзом идет под дождем, я вам рассказывал. Так, ну-ка. Ага. Так, все потушили. 19 пожаров потушено, кстати. Ну, здесь считается каждый горящий человек, каждый горящий машина и так далее. 12 уровней нам надо пройти. Но я с удовольствием продолжу, если там все, потому что деньги нам нужны. Пожар потушен, 2350. Хотя тут, по-моему, она сама отключится, миссия. Пожар, по-моему, отключается. Видите, сколько уже нас уже денег? 25 000. 604. На магазинчик Zero наконец-то накопим денежек. Так, так, так.
Что самое прикольное, что они сидят, пока машины не потушишь, не выйдут. Так, тушили, баба. Ну, значит, не баба, девчонок просто. Ну да, девчонки, по идее, там, поскольку. Но мадам, леди, нет, мадам, леди. Ну, короче, девушек. Слова изобретать новые. Что-то везде одинаковые скины. Там такие же были все, и тут. Что-то подозрительно. Награда 3200, здорово. Здесь ничего сделать. 7 минут у нас уже в запасе, ну что, круто. Зато делаем Сан-Хьера чище. Ломай, дави таких фонари. Не, ну они все равно справиться будут, но надо, Вася, надо. Ну чё, все успешно. Давай, давай. Так, 4500, 4500. Теперь уже три машины нормально, да? Тут брони, кстати, есть, кому надо. Сможете заполнить кнопочку. 9 уровень и всего 12, по-моему, а потом оно само отключится, если ничего не купил. А, пустая машина. Давайте отключим, все равно. По ушам бьет. В принципе, машина и так нам не мешает ехать. Такая возможность есть, если что. Люди будут расходиться. Такс. Ну-ка. А, все. Нет, фу, там. Нормально, да? Угу. Вот это вот трамплинчик, понимаете, уникальный прыжок. Мы его делать сейчас не будем, еще машину перевернуть будет весело. Весело, но не знаю. Да, с такими габаритами, конечно, опасно. Пожар потушен, 5000 урона дали. Гарсия. Аккуратно сидит. Хотя с такими габаритами в машине перевернуться будет довольно тяжело. Да, блин. Ну давай, выравнивайся. Отлично. У нас же скилл прокачан вождение. Чем выше он, тем проще машину вернуть нормальное состояние. Что за самоубийца массовые? Здорово, мы были уже. Вот опять этот дебил, мы уворачиваемся, от него он прыгает. Но он умер, он может в мире запросто. Идиота, блин. Идиота в кусок. Но мы спасли людей гораздо больше, чем мы убили. Тем более, ну, скоро, может быть, его откачает. Я надеюсь. На эту тему есть прикол. Но это уже про этих, как его хоть. Про пожар, что ты? Про скорую, что? Ехал спасать человека, по дороге задает пятерых. Здесь в GTA San Andreas прикол как и про искусственный интеллект, так и про игроков, которые вместе вот эти выполняют. Ну, денег мы подняли, как вы видите. Довольно неплохо так. Так. Машина пошутка. 6050 дали. Ну что, последний уровень? А нет, это 11. А после 11 будет еще, наверное, 12, скорее всего, и все.
там потом сбросит. Я бы с удовольствием бы и дальше продолжил, я продолжу, если не сбросит. Но, по-моему, сбрасывают. Вот именно особенность пожар... Ой, задавили, какой-то еще задавили. Нет, задавили, но просто... Аненько. Тебе горят. Ну ладно. С дороги. Можно защищать дорогу. Куда хотят? Видите, нам звездочку не дали, они нас не вытащили. Ты идиот. Действует какая-то. Что там машина? Всем действия дали, здорово. Последний уровень. А вот теперь дали, молодец. 56 пожаров потушил, нормально, да? Дороги, идиоты. Так, все. Подождите. Но они все равно бегут. Причем довольно хаотично. Нет, не подходит. Заправка, по-моему. Бесплатно надо для всех. Ну и та последняя осталась. Кстати, интересно как. По-моему, в машинах они по четверо не сидят. По трое сидят, по четверо, по-моему, нет. Если ничего не купил. А, ну четвертая цель, это сама машина считается. Миссия пожарные выполнены. 13450. Миссия пожарный уровень 12 пройден, ты получил. Полную жаростойкость, так называемую. Ну что, мои дорогие друзья, поздравляем. Мы прошли с вами миссию пожарника. Машину пока не сможем сохранить. А потом, если что, слить ее. Ну, слить я имею в виду выгнать из гаража, когда потом что-то более ценное будет у нас для сохранения. Так, ну что, мои дорогие друзья, мы молодцы. У нас 64 тысячи уже на счету. Нормально, да? Память сохрани время тут. А сейчас нам куда? Сейчас нам надо деньги собрать. С доходов купить Зера. Так, у нас две точки приносят доход. Хиппи Чоппер и Ванхоп, да? Давайте постепенно все соберем. Красиво было. Какую ты лицензию имеешь? Лицензию на рыбную ловлю? Нормально, да? Махал Сиджей. Подмахал. Так, Хиппи Чоппер. Сколько? Полностью 2000, нормально. Кстати, по статистике мы уже с вами... Лил Джи у нас теперь, 3024, да? 3209%. Ну что, потихонечку сижи. Становится все более блатным и блатным. Ну да, процесс идет. Санфьер, кстати, осваиваемся потихоньку. Для начала надо поработать на деньги. Потом деньги будут работать на вас. Ну да. Так, это быстро. Заберем денежку. Сколько стоит? 20, по-моему. 20, пока не будем деньгами шалить, царить. Так,
Бизи Дистрикт. Тоже 2000. 25 баксов? Серьезно? А чё так мало? Как-то странно это работает. Чё? Нормально, да? Ну, их особенность в том, что они идут парковать любую машину, которая там зоит для Слептуна, так, да? Даже когда на задании. Нормально. И он типа пошел к нашей машине, мы не сели обратно, но он уже пошел, поэтому нас выкидывает. Собрался, нормально, да? А ему похуй, нормально. Ну что, пойдемте в магазинчик Зера купим. Миссия будет уже в следующей части, я полагаю. Нормально, туман. Вечер, туман, красиво. Романтика Сан-Андреас. Так, ну что, 30 тысяч, да? Имущество куплено. Ну что, неплохо. Магазинчик Зер. Теперь появился вход внутрь. Вот такой вот магазинчик мы с вами приобрели. Продавец. Grand Theft Auto Vice City. Нормально, да? В общем, магазинчик торгует радиоуправляемыми модельками различными. Что тут у нас есть? Yellow Model Train, желтая модель поезда, коричневая, красная. Ну да. Все те же модельки, да. Я говорю, из Vice City вот эти вот моделечки тут продаются. Беспалено. SWAT 192, это модель этого SWAT танк, он здесь в игре есть. Вы сможете на нем покататься, надо же по сюжету, надо будет покататься на нем. Модельки Томми Версетти, Ланс Ванса, модельки из Манхэнта, Пикси. Вот это кто у нас, я не пойму, главный герой? Нет, не помню. Ну, в общем, модельки из Манхэнта, беспалено продаются тоже разработчиков Rockstar. Тоже от разработчиков игры Rockstar Games, да? Лодочки, самолетики, дельтапланчики всякие, да? Металлоискатели. SS Liberty, вот такая вот лодка тоже здесь используется, на ней можно плавать. Jester, это тоже машина в этой игре есть. Crossflow. ZR-350, это та машина, которую мы выиграли. Помните, в миссии гонок в Красном Графстве. Туризма тоже машинка довольно неплохая, на ней тоже можно кататься. USS Liberty мы уже смотрели. А, байк NRG500 небезызвестный, видите, да? Тут модели поездов. Тут тоже маленькие всякие игрушечки. Так, тут уже знакомые нам персонажи все. Стенды, пустые витрины. Все это мы видели. Гидру, кстати говоря, вот тоже. Они продают здесь. Ну, точнее, нет, гидру мы... Все, уж язык заплетается. Гидру тоже мы здесь продаем, как вы видите, да, довольно неплохо. Вот эти всякие поезда, ну, это все мы видели, да. Это подсобное помещение. Ксерокс, телек, музыка, комп. Дополнительные корзиночки, шкафчик, да. Тут потом можно будет брать, ну что, довольно неплохо. В чем выгода? У нас теперь сейчас появится миссия Зера, но ладно, давайте это на обратном пути вам расскажу. Сегодня мы их проходить не будем, он нам сейчас позвонит. А вот уже и звонит, это он по-любому. Hello, Carl, it's Zero. Oh, hi, Z. You wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Появились миссии Зера. Сколько у нас там патронов? Ну, давайте заменим на дигл. Мощная штука. Вот ее хрен прокачаешь, но... Машина убойная. Пистолет убойный. Можешь даже посмотреть, сколько выстрелов потребует. Нормально, да? Человек с одного выстрела убивает. Ну, не всегда. Голову отрывает.
мощная вещь. Но он дорогой капец. Хоть чуть-чуть прокачать скилл хотя бы. Не кажется ли его понерфили раньше, он был пожёстче? Ну ладно. Может быть и нет. Так вот, мы купили свой магазин Zero, появились теперь доступными миссиями Zero. О, на упражнение плюс, круто. Сел в машину на упражнение плюс. Круто. Так вот, мои друзья, мы купили сами... А, давайте так. Ну какие выгоды? Во-первых, там появились миссии Zero, которые приносят, кстати, деньги. Потом, когда мы выполним миссии Zero, он тоже начнет приносить нам доход, как другие бизнесы. Там внутри потом появится прибор ночного видения, там появится мини-игра на полет на радиоуправляемом самолетике. И что там еще будет? Что-то еще будет. И... Вроде бы ничего не пропустил. Ну ладно, ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий, и мы сегодня с вами вновь продолжали играть прекрасную, интересную, ну и, конечно же, замечательную игру под названием Grand Theft Auto San Andreas, и чего мы с вами достигли. Первое, мы с вами прошли полностью миссии пожарника, заработали денежек, ну и в конце концов получили жаростойкость. То есть это значит, что если мы будем гореть, то мы урона получать не будем, если не будет получать урона. Не помню, после взрыва появляется, по-моему, огонь, по-моему, не появляется. Нет, не появляется. Ну, я бы хотел вам это показать просто. Сейчас. Ну, хотя, ладно, я думаю, вы понимаете представление о том, что будет, что... Сиджи будет гореть, но урона он получать не будет. Вот это вас вывез. Так вот, мы прошли миссию пожарника, выполнили все 12 уровней. Получили денежку, плюс получили жестокость, плюс это необходимо для 100% прохождения игры. Потом мы с вами на заработанные... Потом мы забрали деньги с Ванкофа и Хиппи Чоппера наши, да? Потом мы с вами выкупили магазинчик Zero. Ну, собственно, сегодня вот такие вот итоги для вас, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Бацкий, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!